Шотайм, поехали! Сейчас лица на стекло 120 килограмм, дорогие друзья, на голову. Yeah.
298 килограмм, дорогие друзья. Именно на верху гвоздь. Давайте посмотрим наш гвоздь. Проверяем наш гвоздь. Аж, поставь гвоздь, пожалуйста, сюда. Отлично. Одна ноги наверх, пожалуйста. А теперь мы читаем раз, два, три, а вы поднимаете. Больно. Не готов. Но какие ощущения? Остро, больно. Настоящие, не настоящие. Настоящие. Спасибо большое. Лена, подойди, пожалуйста. Иди сюда. Да, очки же бери и подойди. Что, коробка подтираться? Ай-яй-яй-яй. Ну что, где запад? Во, молодец. Подойди сюда. Поставь коробку. Лен, снимай кроссовки. Только быстрее. Молодец. Подойди сюда. Готов вставать на гвоздь? Так. Давайте читаем раз, два, три, дорогие друзья. Давайте поддержим. Самому? Только давай самому попробуем. Молодец, дорогие друзья. Давайте дерьмо огромное на блюде. Это Лона. Лона, вот что хочешь сказать? Что хочешь сказать? Я хочу сказать... Только не стесняйся, скажи. Так, ты все угостили или еще нет? Еще? Ну давай, все. Спасибо, Лона. Дорогие друзья, дамы и господа, именно сейчас самая опасная номера в нашем шоу. Давайте посмотрим вместе.
друзья. Именно сейчас мы покажем вам, как человек пользует своей энергией. Как человек пользует своей энергией. Фототочки. Как можно гнет арматура номер 14-миллиметрового именно шея. Давайте посмотрим себе. А где ваша поддержка, дорогие друзья? Давайте поддержим. Спасибо. Ваша поддержка, наша коробка. Может, сделаем еще один круг, дорогие друзья, коробка и сразу арматура? Нет. О, спасибо огромное. Давайте так. Сейчас сделаем арматура, а мне есть еще сюрприз для вас, дорогие друзья, после арматура. Все готовы? Да или нет? Давай посмотрим вместе. Разогните арматуру, пожалуйста, обратно. Вместе, пожалуйста, аккуратно друг друга. Идите вперед чуть-чуть, пожалуйста, что колонки аккуратно. Вперед чуть-чуть. Давайте. Сильнее. Давайте сильнее. Дайте поддержку, дорогие друзья. Так, аккуратно себя. Дайте сюда. Ребят, не вредите себе, пожалуйста. Дайте сюда. Подождите там, пожалуйста. Не уходите.
Дорогие друзья, это наша арматура, и невозможно развернуть обратно. Номер 14, дорогие друзья, металл. Именно сейчас. Так, сейчас минутку, ребята, огромное спасибо, от души спасибо за вашу помощь. Спасибо большое, спасибо, спасибо, спасибо огромное, что вы с нами. Ну что, дорогие друзья, спасибо огромное. Вы готовы еще или нет? Да или нет? Точно? Давайте так, дорогие друзья, именно сейчас мистер Аш и Аниэль, подготовка, фая. А я сделаю клуб с коровкой, пожалуйста. Итак, дорогие мои, это была Ялта, жемчужина южного берега Крыма. Приезжайте, пожалуйста, в столицу южную, посмотрите на это все своими собственными глазами. А мы ненадолго с вами прощаемся, продолжение следует. Всем спасибо за лайки, комментарии и подписки. До новых встреч в эфире.